По утверждению Александра Сина, в это время он ехал в зону АТО. О том, что его вызвали в прокуратуру, написал сам на своей страничке в Facebook вчера в 8:30 вечера. «Сегодня я поехал назад в АТО. Между Запорожьем и Днепропетровском на посту ГАИ меня остановили и вручили подозрение и повестку. Весь процесс снимали 3 камеры от правоохранительных органов. Я на камеру ничего не снимал». Мэру выдвинули подозрение по статье 172 Уголовного кодекса Украины «Нарушение трудовых прав граждан». Запорізькому міському голові повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначений посадовець грубо порушив порядок укладення контрактів з керівниками комунальних установ закладів охорони здоров'я міста Запоріжжя, чим порушив їх права. Слідователь об'яснив, чому Олександру Сіну вручили повістку в сусідній Дніпропетровській області. Чинним кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено місце вручення повідомлення про підозру. Враховуючи, що Олександр Сін перебував на трасі Запоріжжя-Дніпропетровськ, там йому й було вручено повідомлення про підозру. В Фейсбуці Олександр Сін возмущався тим, що к посту ГАІ його сопровождали аж 8 автомобілів. Но, по словам слідователя, це не так. Олександра Чинсановича не затримували. Я особисто прибув з співробітником міліції на його автомобілі та вручили повідомлення про підозру. По словам Александра Сина, в другой области он оказался по дороге в зону АТО. Это сразу же вызвало вопросы в социальных сетях. Ведь на карте видно, такой маршрут в Донецкую область ближайшим не назовешь. Городской голова нашел объяснение и этому. «Я въехал в Донецкую область через Павлоград. С той стороны была наша машина по случаю. Такой путь был выбран, чтобы не гонять лишние километры для машины из Запорожья». Как лучше и быстрее доехать в зону АТО, хорошо знают запорожские волонтеры. Мы решили поинтересоваться у них, чем мог быть обусловлен такой маршрут Александра Сина. Подниматься на север, в принципе, возможно, но таким образом мы увеличиваем расстояние примерно на расстояние Запорожья до Днепропетровска, то есть около 70 километров. Это крюк. Является ли это правильным? Иногда для того, чтобы добраться в зону АТО, мы делаем крюки. Иногда приходится делать крюки, но ехать через Днепропетровск нам еще ни разу не приходилось. Василий говорит, такой маршрут может быть оправдан только если перед отправкой в Донецкую область нужно что-то забрать из Днепропетровска. Иногда в зону АТО можно ехать через Кривой Рог. Если в Кривом Роге нужно забрать пару тонн продовольствия. И тогда дорога в зону АТО проходит через Кривой Рог, то есть направление абсолютно неправильное. Почему выбрали направление через Днепропетровск? Ну, единственный вариант, если нужно что-нибудь забрать в Днепропетровске. Каким маршрутом будет возвращаться Александр Син в Запорожье, неизвестно, но уже 4 марта, согласно повестке, он должен явиться к следователю. Екатерина Свириденко, Эдгар Копытов, Андрей Снесаренко, ТВ5.